Titan World of Games. Сегодня поговорим о такой проблеме. Если вы перезагрузили РК, и до этого играли на каком-то из серверов, и после перезагрузки, то есть при установке РК, вы не можете зайти на этот сервер. А причина в чем? Причина может быть в том, одна из причин, в том, что на нем установлены какие-то глобальные моды, то есть из каких-то глобальных. Это может быть примитив, это может быть этот мод «Выжженная земля». В данном случае я буду рассматривать вот мод «Выжженная земля». Я играл на сервере, на котором, то есть давно играю, загружены моды с «Выжженной земли», там, ну, всякие разные. Вот, в плане каких-то, как вам сказать, построек, либо еще что-то. Ну, факт не в этом. Факт в том, что я не могу зайти теперь после перестановки на сервер, потому что он пишет постоянно какую-то ошибку, несоединение, все такое. Короче, не загружает он. Как видим, на экране у нас обычное меню, это обычная RK Evolve, то есть обычная игра, которую мы стандартно покупаем изначально. Вот. Я через нее не могу зайти. Что же я сделал? Я так долго мучился, но пока до меня дошло, что надо что сделать. Мы сейчас просто присоединимся, так как у меня есть этот мод «Выжженная земля». Не знаю, правда, ребят, у кого его нет, что делать. Я просто делал, как у меня оно есть. Присоединяюсь через «Выжженную землю». То есть я на любой сервер захожу, «Выжженная земля». Мне главное переключиться именно на мод «Выжженная земля», чтобы у меня было меню. Все, я сейчас переключаюсь. То есть мы сейчас зайдем на любой, без разницы. Главное, чтобы это было «Выжженная земля». Вот. Зашли так, и выходим из него опять в главное меню. Все, мы вышли в главное меню, сейчас выходим. Так, нам надо зайти на обычную карту The Island, то есть обычная карта обычного стандартного ИРК, которую вы изначально покупаете на первых этапах. Так, что мы теперь видим? У нас не обычная ИРК, а у нас уже сейчас именно мы перешли на мод «Выжженная земля». То есть мы видим, у нас экран поменялся. Только после этого я сейчас присоединюсь на обычную The Island, то есть обычную карту, на которую не мог подключиться, то есть куда, или, может быть, вы не можете подключиться, потому что именно отсюда были загружены админы туда моды, поэтому я не мог зайти с обычной карты. Вот такой какой-то баг, я не знаю, это такая, может, недоработка, я без понятия, потому что смысл в том. Вот теперь я захожу сюда, то есть через вот этот «Выжженную землю» захожу на обычный The Island, потому что там моды вот с этой «Выжженной земли». И теперь, как мы видим, у меня пошли загрузки Loading Modus. То есть у меня моды теперь только начинают грузиться, загружаться и запускаться игра. Я вам сейчас покажу, что у меня грузится именно эта карта The Island, потому что установлены моды. Сейчас зайдем и даже покажу, что там моды есть именно с этой игры, с «Выжженной земли», почему у меня перепостановки не могла она запуститься. Так что какая-то проблема такая возникла, что не можете зайти на сервер, сначала вспомните или узнаете там, с кем вы играли, есть ли там какие-то моды с других серверов, вернее, с других карт, ну, короче, с других модов. Вот мы видим, я на обычной карте, и у меня здесь стоят моды. То есть я админу поставили моды, так, доступные награммы. «Выжженная земля», я вам сейчас покажу, где они. Вот они. То есть колодцы, тут нефтевышки, все такое, за счет чего я не смог ее пустить с обычного АРК. Так, и вот мы зашли, опа, и у нас все работает. Так что я, ребята, хочу вам сказать, кто столкнулся с такой бедой, после перестановки не показывает сервер у вас. Во-первых, посмотрите, все ли у вас обновления, все загрузились после переустановки. После того, вспомните, какие были моды на вашем сервере, потому что такой баг бывает, то что приходится вот так вот действовать в данной ситуации. Заходить, чтобы моды загрузились через те моды, которые были дополнительно загружены в эту карту, допустим, в эту обычную игру, дополнительные моды были от «Выжженной земли». Вот пришлось заходить через «Выжженную землю», чтобы мы смогли прогрузить сервер с модами. До этого он нас просто не пускал. Вот такая вот банальная причина, почему мы не можем зайти после перестановки на какой-либо сервер. Просто вы, получается, удаляете полностью систему все, то есть какие-то координаты данного сервера, и после чего он просто не может вас обновить, потому что у вас там у него стоят какие-то дополнительные моды. Вам приходится их обновлять за счет вот именно тех модов, которые стали в игре, которые у меня в данном случае как «Выжженная земля». Это понял смысл, то, что я хотел вам сказать. С вами был Никита, по-моему, World of Games. Надеюсь, вам это помогло. И вы
простите, если это, как сказать, вас не получалось. Просто я это видео для чего записал, потому что у меня такой причины толкнулся, ну, по данной причине, я нигде видео не нашел, вот я решил снять это видео. Вот. Ну все, спасибо за внимание, с вами был Дукит канал Water Games, пишите, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всего вам доброго, до свидания.